Неохота выходить из леса, ребят. Я слышу человеческие голоса. До этого момента вообще не было никого. Все уехали делать дела. Очень важные. Ха-ха-ха. Нет, мне понимаешь, с одной стороны, да, вот я досмехаюсь именно с этих своих позиций, с позиции лесного человека. Я человек лесной, во многом лесной. Но дело в том, что лес, он во мне, как я это написал где-то еще, уж в каких-то своих записках, он на застенках моей души находится, лес. А, слушай, я думал, что это человек, это ворон. Это ворон голосил, просто человеческим голосом. Это не люди тут. Здесь живут огромные вороны, они живут вот здесь вот на лэп. Значит, повторяю, я выхожу со своей личной аллеи, впереди перекресток Тарантино. Я не могу это повторять каждый раз, потому что если меня кто-то смотрит постоянно, ему надоест. Кстати, вот дубы еще не распустились. С дубами, знаешь, они здесь везде понатыканы, дубы. Их очень было хорошо видно в начале октября. Вся листва опала, дубы еще стояли зеленые, их было отлично видно. Вон туда идти, вот так по лэп, там дорога идет на машиностроитель. Изумительный живописный поселок. Мы туда с вами пойдем. Мы туда с вами пойдем. Так, до перекрестка сейчас не пойду, давай пойдем здесь. Мы с вами пойдем и... Что можно сказать? Я категорически против понятия судьбы. Против. Просто. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Сёма против. Я исповедую то, что человек должен доставать реальность из себя и создавать реальность вокруг себя ту, которая ему нужна. Никакой судьбы тут даже не должно быть вообще. Ну, так легко рассуждать, когда... Кстати, вот он, дубок. Дубок, да, по-моему. Дубок ведь это. Так легко рассуждать, когда тебя... На твоей стороне стоят какие-то силы, понимаешь? Если на твоей стороне не стоят силы, то ничего ты не сделаешь. Это тоже такой странный вопрос. Еще мне нравится, знаешь, что... Знается, что, вот я слышал про это, что когда ты о чем-то мечтаешь, ты должен это очень четко и точно мечтать, чтобы сбылось именно то, что ты хочешь. Даже в смысле то, что ты хочешь, а то, что нужно, чтобы и сбылось, понимаешь? Поэтому мечты сбываются, Газпром, все такое. Знаешь, я, если ты меня спросишь, что я думаю на этот счет, вот сбываются мечты или нет, я считаю, сбываются. Я как раз сторонник именно вот этой сентенции, что... Или как это называется? Посылки, не знаю. Нужное слово как-то трудно подобрать. Что нужно быть очень в своих мечтах очень точным. Ты можешь составить именно как это должно выглядеть, вот чтобы... Именно в деталях. В деталях, потому что... Дьявол и прочие замечательные персонажи, романтические, они скрыты в деталях. Должен точно понимать, что и как должно сбыться, и это чтобы потом ты не говорил, что сбылось как-то не так, как ты хотел. Не всегда, что я еще, конечно же, что вполне логично, поскольку мы имеем дело с многослойной реальностью, которая реальность, это условно называется. Это реальность, это как бы вот продолжение, то, что мы можем пощупать. Мы имеем дело с матрицей. Мы имеем дело с обществом. Мы имеем дело со столкновением интересов с другими людьми. С существами нечеловеческого порядка. С космическим разумом. Здесь очень много всего задействовано. И вот у тебя мечты, которые ты хочешь осуществить. То есть волей-неволей эти препятствия возникают из самой ткани бытия, скажем так. Поэтому я к чему это говорю, что сам процесс осуществления того, что ты хочешь, он может идти не по плану. Я вот вам могу сказать, что и в моем творчестве,
в написании книги, в игре на скрипке. Вот я знаю, какой будет конечный результат, но я не знаю точно, каким путем я его достигну. Я уверен и знаю, какой будет результат в конце концов, но деталей, как это осуществится, я думаю, что, наверное, это кот поработал. В общем, детали, как это осуществится, я не знаю. Поэтому... Ладно, сейчас возвращаемся. В конце концов, вся эта философия, и вот это тоже, Мишель Монтень, в свою очередь, все это зависело от каждого удара сердца. Каждый удар сердца Монтеня — новая буковка, которую он написал. И так, такое тоже имеет место быть.